Ну и вот настал тот интересный момент, тот знаменательный час лютой ебанины со всякой олдскульной хуетой, со всяким экшоном, со всякой жестью. Ну, я думаю, подписчик Сэмпайр оценит. Да? Да, я знаю, Котян, твердый извращенец. Старые олдскульные игры. Я сражаюсь все время с двумя из трех. Как ни странно. Ладно, я теперь... О! Короче, перекачанный Дэдпул и Терминатор, получается, китайской сборки. Заебись. Нихрена себе я мутант, блядь. Да охереть, я имбовый, бля. Да иди ты нахуй. Ну и все, короче. А, и там же еще один будет. Баба. Иус. Я так понимаю, они тут все такие какие-то роботы, мутанты, еще какая-то хуйня. А, тут ангел из второй части. Точно, все, я понял. Ни хрена себе, дракончик. Прям в жопу дракона, ни хрена себе пустил. Ебать. Ай, бля. Ща я покажу луна. Ну, надеюсь, у меня-то не будет такой херни, что я только два из трех, да? Ну, ни хрена. Безутого дракона, блядь, дура. Ну и все. Вот и все. А, в смысле? Какаши... Блядь, они, короче... Первый дизайн какаши был такой. У меня даже одежда такая же. Охренеть. Как вам не стыдно? Маташи Кишимото, или как там вас? Масаси Кисимото, во. Вот вы с кого спародировали, даже голос такой же, бля. Ни хрена. Да не вариант. Ура!
пизда тебе, комета сейчас прилетит. Жопу заморозит. Все. Нет? Ну ладно. Короче, все, мы прошли всех. Да? Надеюсь. Да, все, короче, мы всех победили, всех прошли, забрали у всех оружие. Видимо, в этом была суть. Все стихии, короче, все образы, все духи, силушки. И все. Жалко, что Элис нету. Моей. Бля, свастика. Аж глаз режет. Короче, куда-то его протянуло. Ну все получается, он умер. Или попал в лучший... А, типа ты, короче, осознал, что надо пиздить всех своих друзей, короче, охереть, блин. Ну давай. Да ебать. Нахуй так жить. Да ну нахуй. Привет, тут технологии у меня. Охуеть. Все, пожарил, короче, цыпочку. Ну теперь против этого. Какаши, блядь. Короче, типа, все, я победил там всех. Уничтожил своих. Как я мог. А ну да, короче, этот не какаши, а вот этот, который мексиканец, блядь. Какаши-то я уже победил. Ты не туда стреляешь, дурак. Давай!
Блять, не действует эта хуйня. Ладно, еще раз попробуем. Ну все, короче, я его одолел, все заебись. Ой. Бля, страшно. Страшно, он так смотрит. О! Во, вот этот чувак, короче, из третьей части, охренеть. Да ну. Если там откроется еще команда с ребятами, которые были из третьей части, из других частей тоже, то вообще заебись будет, прям просто. Буду аплодировать стоя. Блять, жалко, вот не заснял этот момент, короче, я просто взял со спины, блять, когда он к ней подошел со спины, я просто не поворачиваясь так рукой, херакс, он, короче, в яму улетел, просто жестко. Ну все, я победил, ой, блять, страшное лицо опять. Ну наконец-то я прошел. Ёб ты мать. Я просто ради интереса хочу посмотреть перед тем, как завершить это все. Хочу глянуть, открылись ли новые персонажи. Скорее всего, да, возможно. Нет, я напиздел, нет. Ладно, короче. Всем спасибо, всем пока, это был завершающий этап по снятию вот этого видеоролика по четырем частям одноименной игры. Вот, больше по этой игре снято не будет, потому что, как бы, ну, тупо продолжения нету. Поэтому вот. Ну ладно, короче, это было был конец. Все. Докитераж прощается, но ненадолго. До встречи в следующих частях. Играйте в хорошие игры. До свидания. Я не умею играть в это говно.